На самом деле, мне кажется, что многопартийная система в России пока не работает. Во-первых, это сложно сделать в стране, где многопартийность была только в период революции. При длительных режимах, будь то коммунистический, будь то царский, по большому счету многопартийность не была, она была эффективной. И сейчас тоже у нас явное преобладание «Единой России» как партии со всеми ресурсами, которая объединяет всех главных чиновников, главных управленцев, я так понимаю, что и главный капитал, о какой многопартийности идет речь. Скорее, это все-таки некая имитация. Но будем немножечко, так сказать, добавим меда в эту бочку дегтя. В Америке двухпартийность тоже такая вещь относительно, потому что всего две партии, все остальные находятся за такой чертой. Но хотелось бы, чтобы было все-таки, конечно, реальное демократическое государство с реальной многопартийной системой.